Уже на этих выходных пройдет один из самых страшных, гламурных и незабываемых праздников в году. В этот день каждый может проявить себя и показать своего внутреннего монстра. Конечно, я говорю о Хэллоуине. Сегодня мы узнаем, куда пойти на Хэллоуин, что делать, если нету тыквы, где найти привидений, топ-3 самых страшных мест КПИ. Ребят, будете праздновать Хэллоуин? Нет. Да, конечно. Праздновать Хэллоуин. Мы просто интервью берем у прохожих. А при чем здесь Хэллоуин, катаиста вообще? Думаю, да. В кругу семьи или своих друзей, почему бы и нет. Мне кажется, что самое главное эти праздники проводить непосредственно со своими знакомыми и близкими, потому что это добавляет атмосферы. Так что... Да. Ну, это как бы все зависит от человека. Если не найдешь тыкву, из чего будешь вырезать, к примеру, там, страшные рожицы? Нарисую на кастрюле маркером. Ну, не потесанные. Наряжаться, я думала, есть только один готов, которого персонажем оттуда, но, скорее всего, нет. Так что я буду Амели. Из фильма Амели, наверное. Что-то из бумажного дома. Не, я не люблю прятать. Хочу вот реально в кисти. Я бы хотела Уму Турман из «Криминального чтива» переодеться. Ну, классика. Тогда я в Траволту. Да. Ну, в кого он там? А будете переодеваться? Таким не знаю. Приличные костюмы, я об этом говорю. Может быть, я думаю, в пиковую даму я бы переоделась. А остальные, пусть сами выберут. Ну, разукрашиваться. Я в размышлениях, но я предпочитаю что-то ушастое. Я заметил. А ты? Стремление. Я просто возьму и устрою шабаш. Переодеваться никого не нужно, я дьявол и есть дьявол. И чтобы просто праздновать мой день. Он мне нравится. Он мне нравится. Кстати, возьму. Топ-3 самых страшных мест КПИ. Так, туалеты в 7-м корпусе. Да, я согласен. Туалеты в 7-м корпусе. Трещины в 7-м корпусе. И... Столовая какая-то страшная должна быть. Не-не-не. Мне не нравится 19-й корпус, потому что он похож на 18-й. Меня это очень смущает. Поляна, когда там проходят ультрасы. Ой, наверное, поляна. 31 числа особенно. Да. Деканат. Да. Ну и, наверное, где еще? Пятый этаж здесь. Что за таинственный пятый этаж и как туда пройти? Ну, это секрет на самом деле, вот. Минуточка рекламы, вы можете прийти к нам на Хэллоуин и посмотреть, какие там привидения на пятом этаже. Оттуда люди убегают из-за картины. Куда вы убегаете, родненькие? Куда? Стойте! Пропустить привидения? Блин, это по-любому... Тема. В первом наверняка есть, он такой готический там. Это походу здесь. Не, я не верю в привидения. Так а здесь вопрос не в том, веришь ты, в каком вообще есть. Вы могли бы быть в четвертом, наверное. Я, кстати, никогда в четвертом не был, да, может, в четвертом тоже. Это 20-й. Есть такое ощущение, что иногда в 16-м. Что бы вы посоветовали первокурснику в первый день Хэллоуин? В первый Хэллоуин. Не провтыкать какие-то ивенты и хоть куда-то сходить. Кайфово будет. Не сидеть дома. Ну что, всем пока. Там счастливого Хэллоуина и, конфеты или жизнь.